Эй, йоу, гайз, с вами Шумик, и мы продолжаем проходить игру по названию Путанная башня. Скорее всего, это у нас последняя серия. Показания, да, у нас? Так, а что мы... Не, подожди, сюда. Флора. Поппи. Это кто как куда ходил? На самом деле очень сложно, мне сейчас кажется будет. Мы получили все показания. Давай пройдемся по ним еще раз и посмотрим, вдруг что-то не сходится. То есть посмотрим, не соврал, да, и это тоже. Мы с Фитцем провернулись в лунном саду большую часть дня. Затем до нас донесся звук. Он длился около 3 секунд. Мы подумали, что звук донесся из башни Флоры, поэтому мы пошли туда. Дверь ее в комнату была заперта. Никого не отвечал. Потом я ударил Фитца. Мы с Поппи зашли внутрь, там была Фрея. Она лежала на спине. Я покинул свою башню и спустился в большой зал. В коридоре я заметил дядюшку Пойнтера. Поинтер, спускающийся по лестнице. Я покинул библиотеку, но не успел я подняться, как появился профессор Поинтер. Я не знал, что делать, поэтому я побежала вниз за Фифи. Я слышал, как кто-то спустился по лестнице прямо за дверью моей комнаты. Кто-то начал бороться в двери и пригнорил это, пока не это. Кто-то не начал кричать. Вскоре она впустила меня. Я заметил детектива Хокшоу, выходящего из библиотеки. Он спустился по лестнице, перестал в зал и начал подниматься по лестнице. Феллоу. Я открыла парадную дверь, как вдруг из-за спины меня откликнула Пенелопа. Я спросила ее профессора, и оказалось, что он поднялся по башне вверх. Я рассказал ей, что случилось, и она мне не поверила и разозлилась. Я подумал, что это меня разыгрывает, поэтому я ударил ее в лицо. Я узнал голос Фиона, а также голос моей дочери. Мы вышли из комнаты, снаружи стоял отец Поппи, и он последовал за нами наверх. Я взбежал по лестнице, надеясь догнать его, но туда руку мне перегородил Феликс. Выйдя за обратно в коридор, я столкнулся с нахмуренной Пенелопой. Она шла вверх и на башню Феллоу, чтобы найти профессора Пойнтера, и я решил ее проводить. Поппи выбежала из комнаты, вылез с ней, наверху ее отец и Фифи. Вскоре после нас прибыл Феликс и Пенни. И через мгновение мы уже смотрели на расстояние тела бедной Фреи. Затем я взяла образец красной краски из-за незнакомой картины. Она была у меня вниз с библиотеку, мы попросили там около 15 минут. И быстро я решил, что мне тоже лучше уйти. Я забрал Пенелопу, и мы оба вернулись в свои комнаты в башню Пойнтеров. Я хотел вернуться в свою комнату, но тут я понял, что никто не расскажет об этом детективу Хокшоу. После ничего мне не пришел час, и тут наконец-то появился садовник. Думаю, это разозлило на то, что ее заставили ждать на улице так долго. Но когда я рассказал ей, что и случилось с Фрей, она замолчала. Так, мне интересно. Что такое? Все показания совпадают. Они не просто совпадают. Некоторые из них определенно подтверждают друг друга. Блин, и что делать? У нас с вами все совпадает, все показания. У нас еще не был в подозреваемых профессор, я смотрю. Да? Профессор, а почему это вы не были подозреваемы? Так, а давайте немного погуляем с... Посмотрим поближе. Хорошо, птица. Это пианистка. Птичница. Это не знаю. Let's come back. Хорошо, давайте позже вернемся. Нужно обыскать обсерваторию. Обсерватория у нас где?
Так, это библиотека. Обсерватория наверху, кажется, здесь. Обсерватория. Стеклянная капсула, пустая. А что обычно хранится под стеклянной капсулой, помимо обычных колпаков? Что это? Ах, это явно какое-то большое устройство. Ты не ошибаешься? Сейчас слишком облачно, звезд уже не увидишь. А еще сейчас день. В каждой обсерватории должен быть телескоп. Я хочу попробовать. Посмотреть. Это окно? Кажется, да. Есть еще одна комната над комнатой Флоры. Нужно проверить в следующий раз, когда мы будем там. Я вижу дверь, она ведет в зал. Сама дверь на полу, ее вышибли. Так, виден граммофон. Это то растение, что стоит у Флоры на подоконнике. Тебе не кажется, что она может упасть на ветру? Может, это приклеено? Видимо, прямо в комнату Флоры. И это не случайно. Я вижу Флору, но она не смотрит сюда. Она смотрит наверх. За ней стоит мольберт, на которой стоит незаконная картина Фрейль. Так, не видно ничего за ним. Не с этого ракурса. А почему мне кажется, что... Почему? Разве это не астроматический телескоп? Я практически уверен, что для астрономии нужно видеть небо. Не могу так сдвинуть с места. Мне кажется, он как-то установлен. Что-то с астрометическими наклонителями поинтера не так. Что-то, что вызывает подозрение. Спросите сейчас. Итак, профессор, что именно интересует вас в астрономии? Здесь дело не в интересе. Все это расширить свой разум до масштабов всей вселенной, как и уже нельзя. Не до... расширять. И как давно вы уже изучаете астрономию? Я не люблю давать точные величины, если я не уверен, что могу определить их количество. Удобно. Почему вы меня об этом спрашиваете? У меня есть теория о вас, профессор. А, выкладывайте. Вы пытаетесь назвать какую-нибудь планету в свою честь. Вы вообще не интересуетесь астрономией. Вы обнаружили метеор. Вы вообще не интересуетесь астрономией. Что вы имеете в виду? Мне кажется, вы интересуетесь немного отличным областью исследования. Нет. That's not it. That's not it. А, давайте жук. У меня нет времени для мелких и уничтоженных насекомых. Мои исследования сосредоточены только на непостижимом огромном и невообразимом далеких феноменах. Верно, поэтому вы так часто используете свой телескоп? Да, естественно. Мой маленький портал в другой мир. Ага. Кстати. Так. Пление оказалось там, где стоит телескоп, потому что кто-то сломал его. Потому что поинтер увидел птицу. Так. Освещает, на самом деле смотрит на. Pointer's telescope was actually looking at the crime scene and not up at the sky. Сначала вы меня обвиняете в интересах презренном энтологии, а теперь вы меня обвиняете в шпионаже. А вы не шпион? Зачем мне шпионить за Флорой?
Зачем? Потому что вы потеряли своего золотого жука, и теперь вас замучил паранойя. Потеряли. Как вам кажется, что у вас есть что-то... Так, что у вас его кто-то украл? Может, вы не за Флорой шпионили, а за Фрей? Это... Вы... Это очень ценный образец, невероятно редкий. Вы даже не представляете, насколько он ценный. Фрей всегда тайком гуляла и по обоим башням, и в садах. Она явно что-то замышляла. Итак, следующий вопрос очень важен. Вы наблюдали за комнатой Флоры именно во время убийства? Вы видели, как произошло убийство, профессор? Нет, не видел. Когда я направил телескоп на комнату Флоры, уже лежала на полу. Флора? Вы имеете в виду Фрею? Нет, Флора. Она лежала около окна. Я вообще не видел Фрею. Там было достаточно темно, а угол обзора телескопа не самый удобный. Поэтому я решил сам туда сходить, хотел разузнать, что же там произошло. То есть вы меняете свои показания, так? Нет, все, что я упомянул в своих показаниях, было правда. Если не считая причины, по которой вы вышли из своей башни. Это так. Давай повторим то, что мы знаем о месте преступления. Фрей явно что-то замышляет. Что-то связанное со статуей в саду. Может, нам стоит вернуться и проверить еще раз, а мы могли что-то пропустить. Боже. А давай я сейчас вот что сделаю. Мы поднимемся наверх. В топ этаж. Чердак. Это статуя волка, стоящего на ногах, как человек. Знаешь, для того, какого существа есть отдельное название. Знаю. Она не такая пальная, как все остальные вещи. И это вообще не статуэтка. Это чучело. А что в этой коробке? Спорим, там кости? Или, по крайней мере, череп? Знаешь, может, не стоит ее открывать. Что это? Не уверена. Рулетка? Кажется, она к чему-то крепится. Та катушка, медная катушка с винтом сверху. На катушке намотана тонкая красная проволока. Хорошо. Просто пыльная дребедень. Просто пыльная дребедень. Ну, хотя бы о моли есть что тут покушать. Это банка? Голова так откручивается. Откуда здесь так светло? Нам это солнечный свет. Там серьезные щели между досками в полу. Это то, что я думаю? Прямо над нами чердак, так? Ага. Силуэт Фрей Фэллоу. Кажется, она упала на спину. Единственное... Так. Лужица крови прямо посреди. Никаких признаков борьбы. Странно. Что? Ее ноги были прямо у мольберта. И? Значит, она, скорее всего, стояла совсем близко к мольберту, перед тем, как упала. Давай посмотрим досье еще раз. А тень? Заметьте, тень. Кончик ножа покрыт красным. Так, давай, катушка. Вы знаете, что это? Кажется, нет. Так, ну я посмотрел. Ну, блин, там солнце падает по-иному. Что это?
Мы не знаем. Мы надеялись, что вы знаете. Друзья мои, оставьте надежды, пусть она падет в ваши ноги, как мешок с песком с воздушного шара. Та самая унылая метафора, которую мне когда-либо приходилось слышать. Эти рисунки очень дорогие. Удивительно, что Флора показала их вам. А что случилось с птицей? Она умерла? Я не знаю. Но это вполне вероятно, да. Фрей их нарисовал. Да, я тоже так думаю. Но обратная сторона записи... Но она никогда мне их не показывала. Ну, кажется, это был подарок для вашей матери. Это лично касалось только Фрей и Флоры. Это ваша Фифи? Мне это не кажется знакомым. Кроме того, я не имею никакой надобности в подобном предмете. Возможно, его использовали для расширения мокрого... Что? Шутка? Да. Блин, а что делать? Что это? Не уверен. Похоже, это крепится к чему-то. Почему бы вам не вернуться и не проверить заново то место, где вы нашли это? Может, найдете оставшуюся часть? Мне так не кажется. Сверху вниз пойдем потом к статуе. Что это? Это улика? На самом деле мы не знаем, но гримуар ее нашел и теперь делает вид, что это улика. Но так и нужно делать. Это для шитья? Возможно. Мы не имеем ни малейшего значения. Где вы это нашли? На чердаке. О, я забыла, что у нас есть чердак. Давай, парниш, остался ты. Я не знаю, что это. Я тоже. Я буду третьим. Ох, извини. Просто вырвалось. Так, ну с детективами поговорил, поэтому нам только сюда. Опа. Этого здесь не было. Что это? Это деревянная игрушка, похожая на краба, нет? К ней сзади прикреплена записка. Что в ней написано? Гримуар. Это мой новый друг. Ему нравится музыка. Его растрогает простые мелодии. Удачи вам, Фрей. Фрей жива. Слой темный чернил. Что скажешь? Это точно от нее? Как такое возможно? Почему бы нам не... Так, сравнить почерк в нем... Так, с дневником Фрея. Это хорошая идея. Минутку. Ну? Идеальное совпадение. Что ж, мы это подтвердили. Нам помогает призрак. Давай не будем пока об этом никому говорить. А что насчет деревянной игрушки? Может, мы найдем в ней применение? Не окончено дело. Я продвинулся дальше? Ну, смотрите, в принципе, здесь нам... Я еще не знаю, что это за штука. Посмотреть поближе. А здесь изображение, как раз, которые мне, наверное, нужны с помощью этого феномена. Так, мне нужно в птичий сходить.
частицу. Мне, скорее всего, нужно будет зарисовывать это куда-то. Let's come back later. Так, ну колокольчик это проходной, как я понимаю. Дверной замок. Хорошо. А дальше по картинкам пианино. Мне нужно предложить ноту спеть. Ага, это мое. Can you play the tune for us? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Ты записал? Да, хорошо. Потом картинка была птичек и губ. Вот губы мне интересны. Должен признать, сегодня девочки ужасно принадлежат себе. Мне кажется, они заняты, что у них гости. Они принадлежат вам? Почему вы их держите в клетке? Им требуется специальная диета и режим ухода. Я, конечно же, иногда пускаю их полетать. Они единственные в своем роде, и я не могу допустить, чтобы с ними что-то случилось. У них есть имена? Конечно. Позвольте представить Табака, Тамара и Татьяна. Я уже забыл их все три. Кто из них кто? О, это просто. Татьяна самая старшая, а Табата самая терпеливая. А Тамара лучше чувствует ритм. Спасибо, что присвоили об этом. А что насчет той, что у вас у меня на голове? Он всего лишь моя шляпа. У него нет имени, разве можно давать имя шляпе? Так, а теперь вопрос. Это что? Небольшой рабочий стол. Ага. А где мне звук проявить? Понятно, что дело мне нужно птичьи песни. And it's home to three especially fancy birds. Так. И как вариант, можно еще к ней в дом сходить. А ее комната. Го, я попробую еще здесь использовать. Может здесь еще что-то сработает, подождите. Лимончик. Ничего не привлекает мое внимание. Ой, извини, этот жуткий чердак навевает на меня скуку. Типа того. Where's that light coming from? Не врубаюсь. Где мне птичье пение взять? Не, я могу, конечно, с помощью вращения. Но это не то. Так что, подожди, что нам нужно? Нам нужны какие-то губы. I'm still not sure. Should we take another look? Мне нужны губы. Ну слушай, ну тут не так уж много комбинаций. Скорее всего, мне их найти все нужно. Так, у нас остаются губы. Но можно поверить, что...
Но для чего? Губа мне нужна и птичка. Let's come back later. Давайте думать. Ну, у меня, короче, мысль появилась. А если я использую на граммофоне кассету и запишу звук? Кто-то напевает мелодию, во. О. А теперь давайте думаем, где мне брать последнюю песню. Последняя песенка. Та-та-та-д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 а. Ну, скорее всего, по-любому, или на улице. Не, на улице не. Давайте к ней, наверное, сейчас попробуем бросать. А, я в комнату уж ее хотел зайти, да? Did he say why? He didn't. Probably just. What did you do? Let's see. And how many? Officially, я помню, она пела. But I think they just. As do I. Но ты, что ты того делала? And have you? Because. Oh, silly too. My fiance is Fitz, the very one. I'm not. Fitz and I. Huh? Sort of Sorry? Your hair. Oh, I do what I can. We prefer. Oh, any pointer? Is that short? Officially. Кто пел? Давайте еще в ее комнату зайдем, посмотрим. That's a big window. Looks like nature and root. У нас где-то еще, помню, была музыкальная шкатулка, разве нет? Давайте попытаемся без последнего. Should we take another look? Так. Так. Не, подожди, тут они разные, да? А нет, одинаково. Кажется, он играет на Клянусь, это правда. Еще раз. Кажется, он играет на средней предельной арфе. Ты что, эксперт по арфам, Салли? Ты разве не знаешь, у меня была в детстве арфа? Небольшая ручная арфа с 8 струнами. Лиэра. Клянусь, это правда. Короче, я понял, мне нужно обязательно найти последним. Где мне с птицами искать? Я вообще не шарю, где последний искать. Где мне можно найти последнее? О, боже мой. Кто песню пел? Я помню, что кто-то играл песню. Бля, я думаю, где еще могут быть птички? Ё-моё. В начале раунда, помните, птички плавали в этих помывки вот этой раковинки. Ну, я помню, еще кто-то пел, мы с вами еще подпели. Это, кажется, был мужик, но это не то. Вот птички эти, вот. Теперь нам нужно... Кажется, это все четыре мелодии. Итак, что нам с ними делать? Давай вернемся снова в сады. Возвращаемся в сады. Но это, походу, последняя серия у нас таки будет. Посмотрим поближе. You know, I think we might be able to... Оставим немножко вверх. Так. Так. No. Не, в смысле. А, изображение.
Это должно быть правильно. Nothing. Ничего. Может, оно сломано. Подожди-ка. Слышишь? А я говорил, что там что есть. Зайдем? Ага. Но я сначала хочу сделать кое-что. С подозрительным Салли. Собрать все улики. А что с местом преступления? The outline. There's a single. That's what? Her feet so. Check the case file again. И что дальше? Ну и как мне это поможет? The attic strike. Yeah. The attic strike. Yeah. Supposedly, Freya was... Didn't even get a chance to clean her brush. The outline of Freya fellow. Кажется, она упала на спину. There's a single patch of blood. Прямо посередине. Right on real signs of struggle. That's weird. What? Странно, her feet were right up my canvas. Прямо у мольберта. So? So she was probably standing really close to the campus when she fell. Let's check the case file again. Я не понимаю. The whole room is a strange. В этой комнате какая-то странная атмосфера, да, должна быть какая-то причина. Freya's painting supplies. Краски Фрейи. The whole room is a strange. Yeah, there might be a reason for that. The attic strike. Yeah. A little pot. Большое растение, стоящее на краю подушки. Единственное растение во всей комнате. Что-то открытое окно размером с полкомера. Не знаю, можно ли это называть открытым окном. Это больше похоже на внезапно опустевшие стены. Большое открытое окно. Это какая-то странная атмосфера, да. Дверь. That's the only door. Дверь ведущая на воду. Конечно, думаю, это нужно быть там. A bunch of old books, covered in dust now. Покрытых пылью. Что еще? Что еще? Я не могу понять. Но он не хочет, понимаете? Ну, типа, я уйду, но я не все исследую. Так, давай вернемся к берегу и озеру, обсудим то, что мы узнали. Место преступления. Ок, давайте мы сейчас сюда сходим. Теперь мы знаем немного больше о месте преступления. Итак, что скажешь? Фрейя заколол еще же не картина. Было использовано, чтобы... Так. Почему красная кровь? Это было, чтобы закрасить фигурку Феликса, чтобы спрятать улики. Paint. No. Настоящий нож был использован, чтобы закрасить нарисованное перо чернильником. A real... Не врубаюсь. Была использована. A feather found. That's not right either. A feather. That's not right either. A feather. That's not right either. Красная, так. Paint from. That's not right either. Yeah. The
painted... That's not right either. The painted ink... That's not right either. Так, давайте так. A feather. That's not right either. 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 Не врубаюсь. Так. Перо, чернилик. Найденное оружие перо должно было быть похоже на нарисованное перо. Как настоящий кровавый нож. A feather. That's not right either. A feather. That's not right either. A feather. Almost. О! Так, было использовано... Кровь из банки с краской была использована, чтобы раскрыть нарисованную перо чернилом, как и настоящий кровавый нож. Думаю, ты права. Даже не знаю, расстроился я или обрадовался. У меня вопрос. Почему? Либо это очень странное совпадение, либо это кто-то подстроил. Кто-то специально налил кровь в балки вместо краски и спрятал это перо после совершения преступления. Зачем? Чтобы запутать следы? Возможно. Что ж, это сработало. Возможно. Флора единственная, кто могла спрятать перо, если только кто-то не забрал его у нее. Давай еще раз повторим, что мы уже знаем. Дверь была все время. Она была заперта, пока Фитц ее не вышиб. Обычно открыть ее можно только изнутри. Пойтер сказал, что я видел Фрея, когда смотрел на телескоп. Но он видел Флору, лежащую у окна. Так что Билла Фрея так задела. Только Флора выжила. Ее не ранило ножом, как Фрея. Секундочку. Если бы нож был в чем-то ранее Фрею, это может быть что угодно, возможно, это неважно. Как это неважно? Сейчас меня не интересует, чем зато это интересует как. Судя ранее, у Фреи ей носила рану под единым прямым углом. То есть убийца был прямо перед ней. Но она стояла прямо у Альберта. Каким-то образом Фрея упала на спину, все еще четко рядом с картиной. Может, что-то прошло сквозь нее? Сквозь картину? Разве от этого не остается? Ладно, тогда как насчет... Тогда мы знаем, что Фрею ранили до того, как она упала. Может, она... Так, эта рана и ее падение вообще не относятся друг к другу. Это все? Пока да. Пора узнать, что скрывает под этим садом. Так, ну, мне пойдет только идти вниз. Так ведь. Пойдем все. Down. Спуститься вниз. Под землей. Ого. Thirsty? Хочешь пить? Кажется, их кипятят. Но жидкость ледяная. Что там? Небольшая схема жука, рядом с которым кто-то накорябан. Странно. Что? Он кажется абсолютно обычным по сравнению с другими жуками за стеклом. 9 жуков, все разные и все мертвые. Бедняжки. О них здесь куча заметок. В основном чисто. Понятия не имею, что они так значат. Треснутый аквариум с 9 отсеками. В каждом отсеке по одному или два насекомых. Я не знаю, живые ли они или нет. Мне нравится, что вы назвали их отсеками. Жуки. Большие. Кажется, они металлические. Так, еще один люк. Аквариум в нем полно растений. Внутри, видимо, слой конденсации. Это лабораторный халат? Внимание. Стирать вручную. Размер S.
Закрыто. Наверняка. Посмотрите поближе. Смотрите, этот... Так, странно этот сейф на вид. Почти уверен, что за... Что задвижки движущие в середине. Ребят, давайте сделаем таким образом. Если сейчас видео оборвалось и закончилось, значит, будет еще следующая серия. Если же после моих слов идет продолжение, значит, серия-то оказалась маленькой, я просто их объединил. Поэтому да.